Мост в Соломенном перекроют в ночь на 19 мая. Об этом сообщает руководство предприятия «Мост», которое занимается текущим ремонтом переправы. Ночью сотрудники предприятия займутся сварочными работами, укрепят металлические петли, которыми аварийные аппарели скреплены с настилом. Кроме того, планируется отремонтировать пешеходный тротуар и деревянный настил моста. Движение транспорта будет запрещено первые 45 минут каждого часа, начиная с 9 вечера и до 3 ночи. Исключение сделают лишь для специальных служб скорой помощи, полиции, МЧС. При необходимости их на мост пропустят.